Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 3. Ремонт кузова. Итак, мне надо отремонтировать перед и левое заднее крыло. Разобрал, двигатель был снят в другом сервисе. Итак, вы видите, правый лонжерон смят сильно. С него я и начну ремонт. Для начала буду вытягивать лонжерон. Ну что, начали? Лонжерон больше не тянется, это уже все, предел. Пока мы остановимся на этом. С этого донорского куска я возьму хорошие детали. Просверливаю. Взял только нужные мне части для ремонта, их немного. Теперь я удаляю мятый лонжерон. Итак, лонжерон удален. Теперь я буду выравнивать и вытягивать стакан держателя амортизатора.
Я установил подрамник и теперь буду вставлять и примерять лонжероны. Измеряю диагонали и длину лонжеронов. После измерений я выравниваю размеры. Теперь размеры в порядке, но правая сторона подрамника немного стоит выше. Немного опускаю и привариваю лонжерон. Итак, лонжерон отремонтирован, теперь я его покрашу. После покраски обрабатываю внутри лонжерон антикоррозийным средством. Теперь я займусь ремонтом заднего крыла. У меня есть только такой кусок его. И первым делом я измеряю лонжероны по высоте. Как вы можете видеть, задние лонжероны согнуты немного вправо, и левый лонжерон немного стоит выше. Я исправляю это. Тяну вниз и влево. Еще немного. Теперь все прекрасно. Теперь вытаскиваю остальные повреждения. Работы по вытяжке закончены. Теперь удаляю мятый металл заднего крыла именно столько, сколько у меня есть нового.
Теперь я беру новый кусок и готовлю его к установке. Теперь я выравниваю сварочные швы. Перед сварочными работами выравниваю погнутые детальки. Теперь я могу установить заднее крыло и приварить его. Но сначала я установил задние фонари и проверяю зазоры. И вот только теперь я привариваю заднее крыло. Итак, левая задняя часть сделана. Я устанавливаю все части переда и отдаю машину для покрасочных работ. Итак, машина вернулась с покраски. Собираю ее.
Итак, ремонт этого автомобиля закончен. Ремонт занял 17 дней. 10 дней работа с металлом, 7 дней покраска. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!